Привет, друзья! С вами Тимур, и вы смотрите канал Настолки Лайф. Последний рабочий день недели должен радовать не только предстоящими выходными, но и свеженькими новостями из мира настольных игр, которые я сегодня для вас приготовил. Но сначала я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш блог и позволяет заниматься любимым делом. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Французское издательство Blue Orange Games, с которым, кстати, работает наш стиль жизни, устроило на этой неделе целый парад анонсов, представив сразу 6 будущих проектов с кратким описанием. Первым из них стала игра от автора «Кодекса природы» и «Карты Вентуры» под названием «Make a Dream». Она задается вопросом, могут ли роботы мечтать, и предлагает участникам собирать такие ресурсы, как пар и электричество, строить с помощью них механизмы, а затем использовать собранные устройства, чтобы создавать мечты. Второй игрой стала коробка под названием «Bubble Stories Holidays» от Мэтью Данстона, автора игр Elysium, Monumental и Chocolate Factory. Это детская игра, которая предложит маленьким настольщикам увлекательное путешествие по нескольким мирам. Игрокам будет необходимо последовательно открывать карты и изучать их, чтобы продвигаться по миру дальше и в конце концов узнать его главный секрет. Всего же для путешествий будет доступно 3 разных мира. Далее идет еще одна детская игра, но уже от автора детских версий таких игр, как «Каркасон» и «Каменный век». Она получила название «Гаммиленд» и перенесет участников в страну, где живут забавные конфетки. Они очень любят фрукты и тратят много времени на то, чтобы их выращивать. В течение партии игрокам потребуется искать среди закрытых тайлов необходимые сочетания фруктов, чтобы привлечь к себе больше гамми и в итоге стать победителем. Четвертая игра носит название Potion House. Она расскажет о ведьме, которая решила оставить свой дом самому лучшему ученику, а игрокам от 6 лет придется посоревноваться за этот титул. Участники будут подбирать ингредиенты для варки зелий, а затем готовить их с помощью волшебной палочки. Сообщается, что одной из основных механик игры является Memory. Следующую новинку от автора игры «Капитан Сонар» назвали «Disc Cover», и в ней игрокам потребуется использовать настоящую музыку. Включите один из своих любимых треков и постарайтесь угадать, с какой из музыкальных обложек, изображенных на картах, она ассоциируется больше всего у других игроков, и заработайте на этом победные очки. Судя по всему, нас ждет необычная вариация игр на ассоциации. Ну и последняя в списке — это дуэльная игра, получившая название «Волто». Две венецианских семьи борются за титул главы республики и пытаются дискредитировать друг друга в глазах совета. Для этого семьи воспользуются карнавалом на центральной площади, где придется сорвать маски. Перед нами игра на вычисление скрытой информации и блеф со временем партии всего не более 5 минут. Крупный корейский издатель Mandu Games анонсировал свою новую игру за авторством Райнера Кницы. Она получила название Gang of Dice и столкнет игроков в гонке претендентов на место уходящего на пенсию криминального босса. Каждый раунд участники будут бросать кубики, стараясь получить наилучший результат. Но прежде должны сыграть карту, которая запрещает определенные комбинации или наивысшее значение суммы всех кубов. Если игрок выбрасывает такую комбинацию, то он выбывает из раунда. Победивший же игрок отнимает кубики у своих оппонентов, а победителем в итоге станет тот, кто в конце партии будет иметь в запасе наибольшее количество кубиков. Days of Wonder нечасто последние годы радует нас анонсами новых игр, не относящихся к линейке «Билет на поезд». Издатель анонсировал свою первую гоночную игру от создателей Deep Blue и автора игры «Крути педали». Она получила название Hit, P,
Pedal to the Metal и окунет участников в мир гоночных болидов, где, будучи гонщиками, игроки устремятся к финишу, используя для управления автомобилем менеджмент руки. Игра предложит как одноразовые заезды, так и режим чемпионата, возможность модифицировать свой гоночный болид, а также различные дорожные и погодные условия для разнообразия заездов. Стоит заметить, что игра оформлена популярным нынче Винсаном Дютре, а ее релиз должен состояться до конца года. Шмидт-шпиль на этой неделе порадовала поклонников серии «Хитрый ход», представив новую коробку в серии, получившую название «Clever Forever». Ядро игрового процесса осталось, как всегда, прежним, но участников ждет новый блокнот с различными вариантами создания комбинаций и новыми способами получения победных очков. Fantasy Flight Games открыла завесу над новой сюжетной аркой для карточного ужаса Аркхэма, которая называется The Scarlet Keys. Ее события начинаются в Аркхэме, где раз за разом пропадают сначала просто предметы, затем животные, а потом и люди. Но самое удивительное, что и память о них тоже начинает стираться. Но по какой-то причине именно вы и ваши напарники помните об их существовании. Впервые за всю историю игры авторы предлагают нелинейную кампанию, действия которой будут происходить по всему миру игры. После завершения пролога только выбор игроков определяет, куда дальше отправится команда следователей. Это означает, что за исключением пролога и финала, все остальные сценарии этой кампании можно проходить в любом порядке. В своем анонсе издатель представил сразу две коробки. Первая, Campaign Expansion, как раз и отвечает за повествование и приключения, тогда как вторая, Investigator Expansion, принесет в игру 6 абсолютно новых сыщиков. Любую из этих коробок можно будет приобрести отдельно, чтобы, например, пополнить свою коллекцию персонажами или пройти кампанию теми героями, которые у вас уже есть в коллекции. Издатель уже открыл предзаказ на сайте Asmodee. Компания обойдется всем желающим в $70, а набор новых сыщиков в 45. Релиз запланирован на ноябрь месяц. Учитывая популярность данной игры, я никак не мог пропустить стартанувший на этой неделе Kickstarter. Roxley Games предложили поклонникам Трона Кубов добавить в свою коллекцию двух необычных персонажей. Набор Санта против Крампуса столкнет на игровом столе героев, которые в своих приемах используют такие специфические ресурсы, как радость, подарки, уголь или гоголь-моголь. Полноценный дуэльный набор, как всегда, можно будет играть самостоятельно или смешивать с любыми другими в серии. Стоимость одного такого набора составляет $35, а рассылку издатель запланировал на декабрь месяц. Дуэт авторов, подаривший нам замечательную игру Саграда, представил свой новый проект для издательства First Fish Games. Перед нами евростратегия на механиках выставления рабочих, менеджмента руки, pick-up and deliver и построения маршрутов. Она получила название Mistwind и перенесет участников в фэнтезийный выдуманный мир, где различные регионы государства объединены торговой сетью, по которой плавают транспортные киты. Игроки, будучи главами торговых компаний, попытаются понять спрос и предложение, наладить правильные поставки и построить выгодные аванпосты на границах регионов. Все это необходимо, чтобы заработать как можно больше и стать победителем. Издатель выйдет на Kickstarter до конца года, чтобы релиз игры состоялся уже в следующем. Лавка игр запустила предзаказ на долгожданный скирмиш с миниатюрами под названием Super Fantasy Brawl. Два игрока наберут в свою команду до 3 разных уникальных бойцов и сразятся на арене для получения трофеев. А их можно получить не только за победу над героями оппонента, но и за выполнение хитрых и порой сложных целей. Издатель предлагает на предзаказе не только базовую коробку, но и 3 дополнения по 3 персонажа, чтобы бои на арене стали максимально разнообразными.
Плюс для тех, кто любит всевозможные украшения, есть возможность приобрести большой неопреновый ковер-арену, ковры-планшеты для игроков, пластиковые жетоны и большие пластиковые статуи, вокруг которых и происходят все сражения на арене. Предзаказ продлится еще 26 дней, но поспешите, счетчик наличия наборов уменьшается каждый час. Эврикус наконец-то официально подтвердили, что издадут на русском языке игру Council of Twelve, которая является идейным продолжателем Дюжины Короля, только теперь в кооперативном режиме. Как и в оригинальной игре, участникам предстоит следовать своей интуиции и не допускать выбора одинаковых карт. Правда, влиять их эффектами игроки будут не на личные кубики, а на один общий. Задачей станет выполнять условия карт, которые открываются каждый раунд и требуют выставить на кубике определенное значение. И именно это окажется самым сложным в игре. Дюжина Короля показала себя очень хорошо. Ну а справятся ли с этим консулы, узнаем в начале следующего года. Компания Мир Хобби вчера сообщила, что взяла на локализацию милую семейную игру под названием Dog Park. Участникам предложат не просто собрать свою коллекцию питомцев, но и выводить их на прогулку. Каждая собачка обладает уникальными свойствами, которые помогают их хозяевам собирать на прогулке больше полезных предметов, а некоторые из них принесут в конце игры победные очки. Может быть, по описанию игра и кажется простоватой, но на самом деле там есть во что поиграть, в дополнение к симпатичному оформлению и милым иллюстрациям. К сожалению, издатель пока не назвал итоговой стоимости игры, но зато сообщил, что планирует выпустить ее в конце года. Кстати, в сентябре прошлого года Аня ставила Dog Park на первое место в топе месяца. Если интересно, можете посмотреть по подсказке в конце видео. И это все на сегодня. Не забудьте поддержать это видео лайком и комментарием, а также подписаться не только на наш YouTube, но и на Telegram-канал, там много интересного. Ссылка в описании. Ну а самое главное, не болейте, берегите себя и своих близких, и до скорой встречи.